штрафной. Исполняет Киляни, подача. Ой, как опасно, и какая грубая ошибка вратаря Карагезяна. Конечно, он сейчас будет ругаться на своих товарищей. Но вы знаете, на самом деле это коварная ситуация, которая объясняется только одним. Бывает иногда, что очень опасно, когда никто не коснулся мяча. И поэтому очень важно, чтобы мяч из таких стандартов направлялся все-таки еще и в ворота. Чтобы в случае Кондратенко, чтобы он сам собой представлял определенную угрозу. Очень неприятно он скакнул прямо перед Карагезьяном. Бил Чернот, и ему, конечно, будет записывать гол. Отличный крученый мяч. Конечно, это не был ударом по воротам в прямом смысле этого слова, но и Сальвези, так что внешне он напоминает Купера. Ну, не более чем, наверное, Купера напоминает каждый пожилой аргентинец среднего роста. А вот это 2-0. Да, все-таки был какой-то миг дезорганизованности. Очень расстроены, мы видим, армянские футболисты. Но действительно, все так хорошо получалось. Смотрим еще раз. Удар головой в упор, что здесь скажешь. Дмитрулин справа прошел. Хочу сказать, как у себя дома, но он и есть у себя дома. И Максим Шацкий. Вот это, конечно, его игра и его ситуация. Там бывает. Что спрашивается плохого, правда? Удар и пенал. Ну вот, то же самое отсылает. Это Леандро. Вот такой красавец. Это, конечно, класс форварда. Так вот на добивание выскакивается. Молодец. Просто молодец. Говорили перед началом матча, что играть ему и Ринкону еще рано. Но опытный игрок, естественно, быстро набирает форму, быстро готовится к новым ситуациям. Вот этот сильнейший удар. Карагезян не удержал мяч и на добивании. Человек, имеющий такой опыт, и большой, и качественный весьма, конечно, пристойным. Подача. Ну что, 4-0, да. Ну да, а нет, не игры. Все нормально для армянских футболистов. А, 4-0 добавлено. Может, судья так поторопился. Четвертый гол обозначил. Тот самый резервный судья Мостбек. Нет, гола нет. 3-0 счет. Вот он, Боднар, еще одна его подача. Все лучше и лучше получается. И вне игры.